Вот, сейчас буду тестировать Tesla элементы, 20 элементов. Вот, тут такое напряжение сейчас. Вот эта БМС-очка, она от гироскутера, она не балансирует элементы. Я отдельно iMax отбалансировал каждый элемент. Вот, но все равно, конечно, надо БМС-ку покупать с балансировкой хорошей. Мне посоветовали, даже говорит, чтобы можно было на телефоне настраивать такие БМС-ки. Скорее всего, прикуплю такую, потом вам покажу. Вот. Самое интересное то, что сейчас подключу нагрузку и посмотрим, сколько отработает, сколько покажет нам реальная емкость сборка из Tesla элементов. Так как вот этот аккумулятор у нас китайский, да, показал, ну, грубо говоря, ближе к 2 амперам его емкость. Так, сейчас подключим нагрузку. Все, нагрузка пошла. 2,1,4 ампера. Под нагрузкой сейчас 39 вольт. Посмотрим, сколько отдаст ампер. Вот сейчас такие показатели. Напряжение упало 3,482 вольта. Нагрузка 1,99 ампер. И вот 2,5 ампер часа. Вот эти батареи тестовские дали 2,5 ампер часа. А вот эта батарея дала китайская 1700 ампер часа. Грубо говоря, вот эти батареи на 1000 ампер больше дают. Хотя вот эти батареи, я вот на этой батарейке катался на гироскутере, ну, минут 50. Ну, на среднем ходу, вот, 50 минут катался. Соответственно, на этой батарее я буду кататься, не знаю. Ну, может быть, часа полтора. Вот так. Так что вот реальные показатели. Реальные амперы. Вот сейчас я отключусь на немного. Подожду еще, потому что сейчас под нагрузкой 3,4 и 5 вольта. А без нагрузки по-любому здесь где-то 30. 6 вольт, я так думаю, еще осталось. Просто БМС-ка может отключиться сейчас в любой момент. Сейчас посмотрим, до какого напряжения просядет. Может, еще даст. До 3 ампер, может быть. Ну вот у нас получается. Сейчас скоро отключится. Все, сейчас отключится скоро. Ну, да, все отключилось. БМС-ка отключилась. Все. Вот такие показатели. Кому интересно, пишите. Вот сейчас делаем замеры. Аккумуляторы для гироскутера. Кому интересно, вот замеры моего аккумулятора из Тесла банок. Нагрузка 2,1 ампера. Это в среднем как, ну, едет на гироскутере на средней скорости взрослый человек до 80 килограмм. Такая нагрузка. Реальную емкость замерим у этого аккумулятора. А то все говорили, что у меня как-то все без приборов, не верили, пока реальная емкость. Сейчас посмотрим.
Ну и потом замерим тесла банки. Аккумуляторы заряжены. Полностью были до 42,7 вольт. Вот под нагрузкой 38,7 вольта. Ну вот он аккумулятор. Обычный китайский. Вот он столько выдал. Сейчас он вырубится. 1624 миллиампера. Нагрузка была 2 ампера. Вот и смотрите. Повторюсь. Сейчас. Написано 4 ампера. А тут всего лишь половину емкости даже нету. Вот 34. Сейчас БМС отключит аккумулятор. Он вырубится. 34 вольта. Ну где-то 1700 может он даст. Так что вот так. Сейчас я попозже перезапишу видео с тесловским, с тесловской батареей, вот с этой, собранной мной. Ну, ее, в принципе, можно также использовать для гироскутера. Вот, тоже 20 элементов. Вот. Покажу вам реальную емкость этой батареи тоже под нагрузкой. Такая же нагрузка будет, две лампочки. Вот. Так что вот такие дела. А есть еще аккумуляторы, вот такие же продают, поддельные совсем. Они даже не держат ток 2 ампера. Вот, не знаю, 10 минут, все, вырубаются. Вот. Этот аккумулятор, ну вот этот, более-менее нормальный. Ну как сказать более-менее? Я из всех аккумуляторов, которые я покупал у разных... как сказать, поставщиков, ну там 4 было поставщика, ну, по адекватной цене, вот, не за 5000 рублей, конечно, вот. Ну, вот такие аккумуляторы нам присылают китайцы, вот.